Давайте. Привет, друзья! Наверное, у всех была мечта такая в детстве, найти какой-нибудь клад. И у Гио есть такая мечта, и у меня есть такая мечта. И мы, поэтому мы купили металлоискатель. Ну-ка, вот покажите. Оно. Всем привет. Мы сегодня в поиске клада. Покажите, какой у нас металлоискатель. Вот такое, вот так оно включается. Вот так вот. Можно все туда вдвинуть. Можно уменьшить. Ну что, поехали искать клад? Да! Мы вот в таком пляже. Да, мы такой безлюдный пляж. Да. Специально выбрали, чтобы поискать клад. Да. Сейчас вот посмотрим. Такие. Ну давай попробуй. Давай, Джордж, ищи. Опусти чуть-чуть ниже. Вот так, чуть-чуть ниже. Опа. Пока у нас нету оборудования, только одна лопата. Но попробуем что-нибудь. Это только начало. Да, это только начало. Опа, что там мне показывает? Какие-то копейки. Ну-ка, давай. О, здесь крышка от пива. Сработала на крышку, да? Да, сработала на крышке. Я сейчас пошли дальше. Давай дальше пошли. Опа! Ложная тревога. Пойдем, Джордж, дальше. Давай. На все реагируют, даже на сандали, где железки есть, на все. Поэтому надо быть внимательными. Джорджик, тебе нравится? Да. Джорджик, напрямь. Можно вот так? Увлекательно. Медленно. Каждый сразу хочет найти что-то, какие-то драгоценности. Сейчас. О? О? Что пикает? Здесь. Что показывает? Какие-то копеечки. Вот как всегда, наверное, центики. Сейчас. Давай, Джорджик, держи аппарат. Держи. Давай. А я вот так. Давай. Будем копать здесь. Что стоит? Не подноси близко, а то... На лопату реагирует. Да, реагирует на лопату. Давай подведем, здесь нету. Вот здесь. Я скину ей. Закушка, закушка. Это что такое? Нет, нет. Только подними. Нет. Давай сюда. Ну-ка, лопату твоя не близко стоит? Нет, вроде. Или да, сюда? Да, на лопату. О, здесь. Может, это все-таки была эта железка, нет? О, пикает сюда, и сразу пикает. Ой, здесь тоже пикает. Ой, что такое? А, это железка какая-то. Ну, подай мне. Добро веди, Анечка. Так, в яме нету. Там, где ты выкопал, нету. Здесь видел, где-то здесь. Где-то вот здесь. Да? Ну, давай. Нет, решила, не твердая. Еще это было твердое. Нет, не твердое, мягкое. А, твердое. Вот он такой жесткое. Нет.
Почему? Ну-ка, убери лопату, руки с часами. Что-то не попикнуло, и все один раз. О, где-то здесь. Где-то вот здесь. Колокольчик, что-то думаю. Нету ничего. Нету ничего. Ну-ка, убирай. Так, что за ложная тревога? Не знаю. Пикало, сейчас вообще все... Поехали дальше. Все исчезло. Давай, Джордж, давай. Здесь что-то было пикало, это уже не пикало. Пусть чуть ниже его. Медленно тебе. Пошли. Что там? Ну, кажется, показывают колечко, либо монетки какие-то. Где-то вот здесь, непонятно где. Где цветочек? О, вот здесь показывают. Давай здесь. Что здесь? Случайно это не твоя лопата? О! Когда я проведу, папе помогу. И что же пикало? Так, здесь ничего нету. Где-то вот здесь. Чудеса какие-то. Нету. Ладно, друзья, пошли домой. Не повезло нам сегодня, Джорджик, но мы поискали. Да, уже темно просто. Да, и у нас есть металлоискатель. Да, надо будет чаще просто. Да. Надо научиться им просто пользоваться, и когда он реагирует, чтобы понимать, что там. Да, да. Напоследок решили еще раз копнуть, да? Ну. Покажи. Вот, нашли машинку. Вся в песке. Да, напоследок. Вот, ну, все-таки лучше, чем ничего. Ну, какой-то ребеночек потерял. И вся в песке. Да. Ну вот, видишь, Гео, уходишь с игрушкой Hot Wheels. Помоем ее дома. Да. Вот так вот. Ну что, Гео? Да. Она железная, поэтому да. Запикала. Правда. Мою руку. Ну, если часы, нет, конечно. Думала, она еще будет. Сегодня будет классный. Так, уже темнеет рано. Смотрите, как красиво. Красота. Вон там, по-моему, да, он валяется? Вон. Да, да, вот там. Кто-то рыбачит здесь. Так, папа все не может остановиться. Держи, Джордж, через тобой доклады. Что это? О, кольцо! Серьезно? Да. Офигеть! Вы нашли кольцо! Серебряное, прикинь! Покажи! О, как еврейское, да, это? Ну да, звездочка еврейская. Еврейская звездочка. Вот, нашли серебряное кольцо.
Ну-ка. Вот, Джорджик. Мы нашли мочилку, да? Ну-ка, ближе покажи. Ну вот. Прикинь. Классно. Ну, как вот так? Ну вот так и нашли, не было и нашли. Потому что папа все никак не хочет уходить. Ну да, как так, мы купили. Идем к выходу, и он все идет, машинку нашел, теперь кольцо. Сейчас его вообще не утащишь, пока здесь, наверное, ночь не наступит. Да, класс. Офигеть. Вот это да, я такого вообще не ожидала. Ну вот так вот. У меня столько радости. Это тебе вода, значит. Спасибо. Правда? Надо же так. Очень классный, супер-супер-пупер красный. Вот папа теперь, короче, загорелся, я сейчас их не утащу отсюда. Пока ночи не будет. Просто чуть-чуть темно уже. Да там здесь спокойно, днем люди. Рыбалка. Очень много. Я очень рад. Ей. Ну. Вот такие здесь водятся в океане мечехвосты. Бедолага. Ну. Вот снизу. Да, плохо видно. Еще говорится. Уже темно, не видно. Еще говорится, он живет. Когда же динозавры? Да. Сейчас я посвети этим фонарем. Потому что уже темно, камера не берет. Вот. Вот он. Переверни его еще раз. Боже, ты. Я, хоть он не живой, я боюсь его трогать. Вот такой он, видите, внутри как. О, личинки! Личинки! Много лапок у него. Смотри, личинки там. Они очень древние существа. Да. Жили когда динозавры или нет? Ну да, мы читали, что они жили еще тогда. Вот наши находки сегодняшние. Вот такой, такой... кольцо, да, серебряное. Да. И машинка. Да. Классно, да? Уже да. Темно, поэтому... Без фонаря никак мы. Да, мы идем домой. Все. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Пока. Ждите наших новых видео по поиску клада.